Команда «Волга» из Ульяновска, они в синих майках, и коллектив «Семей» в серых. Планируют выступать каждый в своей национальной лиге. И на паркете в соревнованиях они вряд ли бы встретились. Но обе команды в Подмосковье проходят спортивные сборы, а товарищеские игры – их неотъемлемая часть. Наш вице-президент Федерации слесарев Максим Валерьевич взаимодействует с «Волгой» Ульяновск. Пригласили мы их сюда. И как раз тоже имея знакомство в казахской команде, так как она тоже довольно новая команда, молодая, но при этом амбициозная и настроенная на победу, мы решили, что наша арена будет доступна для них, для товарищеской игры. И вот они сегодня здесь. Казахский клуб «Семей» организован совсем недавно. В начале года был создан проект, а окончательно команда сформировалась только в начале лета. Тем не менее, ребята полны решимости побороться за победу в Суперлиге Казахстана. Здесь играют несколько спортсменов из сборной страны. Есть даже легионеры из Бразилии. Эта игра для них – способ обкатать несколько домашних заготовок. В большей степени тренер будет выстраивать свою тактику, которую он будет показывать в чемпионате Казахстана. Поэтому мы будем играть в свой футзал, который мы будем показывать в своей стране. Команда «Волга» из Ульяновска тоже образовалась только в этом году и также имеет амбиции выступить в высшей лиге, но России. Легионеров у них пока нет, но многие игроки команды уже имеют немало спортивных регалий. Ребята прошли полноценные тренировочные сборы и даже провели несколько товарищеских матчей, в ходе которых тренерский штаб пытается нащупать собственную тактику. Делают выводы, меняют четверки, варьируют. У нас, в принципе, установка простая – наиграть состав и подойти к соревновательному периоду в полной боевой готовности. Игра показала, что в данный момент команды находятся в примерно одинаковой физической форме. Товарищеский матч закончился со счетом 3-3. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.